амурский тигр – самая большая кошка на планете. Он живет в Приморском крае на юго-востоке России. У амурского тигра очень широкие лапы. Это позволяет ему ходить по глубокому снегу. Шерсть амурского тигра намного гуще, чем у других тигров. Внешний слой шерсти служит камуфляжем во время охоты, а нижний держит тепло. Благодаря этому амурский тигр может жить в условиях холодной снежной зимы. К началу 20 века амурский тигр был на грани вымирания. Основные причины – охота и массовая вырубка леса. В 1947-м охота на амурского тигра была запрещена на территории Советского Союза. Тигрят отлавливали и позднее выпускали на свободу. Таким образом, к 1990-м годам общая численность амурских тигров в России возросла в 4 раза.